Все, так примерно. Нет, ты будешь вести Алину вперед к победе, поэтому сдохнуть тебе нельзя, дядь. Да почему сразу меня вести к победе? Может, я буду вести к победе? А, ну да, поверю. Все, я пошел дальше. Надеюсь. Алло. Это что-то сложное. Что сложное, вот, Даша? Как так вышло, что ты уже, блядь, взорвалась? Можно вопрос? Ну, почему я перестала слышать? Вова говорит, как так вышло, что ты взорвалась уже? Ничего, я подключила. Даш, ты что, потерянная? Алло, привет. Все, слышу, все. Ты зашел, у меня звук отключился. Слава Украине. Вова. Здорово, здорово. Как так вышло, что ты взорвалась уже в самом начале, когда еще карта не началась даже? Я просто зашла на карту и... Ну, мне сказали, что будет рестарт, поэтому я не старалась... Не старалась как-то куда-то убежать, и просто стояла. И разговаривала с человеком. Хорошо, что, какие ощущения вообще, типа? Первый раз на таких мероприятиях? Я? Конечно. Мне очень хочется попробовать, мне очень интересно. Я не тебя спрашиваю, Даш, ты-то понятно. А, да? Да. А, у меня? Да, у тебя. Ты со мной разговаривал. Так, а я кучу раз организовывал турниры же, ты шо, я... Ну, чувствую себя уверенно, тебе удачи, давай. Знаете, спасибо. С чего он начинал, короче, пока тут разминка была, сидит, как говорит, Даш, я топ-30, блядь, по спидранам Майнкрафта. Я такой, хуя, говорю, дядь, ты так сразу прям... И Гайка такая, ого! Ну, это реально, ого! Все, ладно, я пошел дальше, давай. Алло, а что у нас тут тишина такая? А мы стримы подрубаем. А, вы подрубаете стримы, да, подрубаете. Я сейчас просто это хотел спросить. Первый раз на подобных мероприятиях или нет? А, ну вообще нет. Ну, желаю вам удачи с таким крипочком, как Ломака. А, да-да-да, расскажи. Будет сложно, будет сложно, да, будет сложно. Да это вот вчера рыбу ловил на хардкоре, нормально. И в лодке плавал. Все, пошел дальше, давайте. Давай. Алло. Да. Вы что, познакомились уже? Да. Да. Че, готовы, ебать? Привет, Вов, меня Женя зовут. Да, меня Вова, очень приятно. Вов, привет, меня Миша зовут. Очень приятно, Миша, я Вова. Да, ну что, будет жестко, как думаете? Да хуй его знает, посмотрим. Будет, ну, чисто сосисочное порно, я думаю. Ну смотри, вот я тебе так скажу, Вова, вот у всех там есть девчонки, да, в стаках, а мы чисто сосисочная пати, блядь, поэтому... Да. Сегодня Вася уже поиграл на арте, кстати, в танках, поэтому... Да, я видел, я заходил к нему. Ему не привыкать, фиф, он тоже там играл, наверное. Пошел дальше, давайте, можете подрубаться. Скажешь? А, уже можно? Да, уже подрубай. Алло. Алло, блядь. Ой, блядь. Я 1000 рублей не платил, чтоб ты мне так орал. Зови мамку. Кого? Куда? Короче, все, похуй, забей, кринжовые шутки пошли, блядь. Смотри, первый раз на таких мероприятиях вообще. Видите, я первый раз, наверное, понял, да, что не зря мы фугу дефали тогда, понимаете? Он вписался сразу же. Правила, я думаю, в курсе, хотя он наш стебет твичеров. Да, сидит, деловой колбасой. Да, я это, у меня, ну, такой вопрос, просьба. Я стримлю, если что, аккуратнее, давай, чего? Ладно, такой вопрос, просьба, ничего личного, мне надо пару поменять, срочно. Нет, такого не будет, к сожалению, давай, удачи. А? Ничего. Твой скин хочешь поставить? И скин хочу поставить. А у тебя полный доступ со сменой скина. Алло, бля, ребят, вы о чем говорите, я стримлю. У него нет лицензии. Да, понятно, а ты не можешь... Все нормально, есть лицензия. Вась, как так вышло-то, блядь, уже начинаем? Да мы настраиваем, все, шеф, уйдите, мы настраиваем, не смущайте нас. Уйдите, пожалуйста. Все, ухожу. Шеф, покиньте данную комнату. Алло. Алло. Че, познакомились? Можете подрубать, если что, уже стримы, типа, все норм. Окей. Сейчас уже начнем скоро. Первый раз на подобных мероприятиях, ребят. Я вчера был. Обсервером буду летать за вами, смотреть, что происходит. Типа, я обычно сам стримлю в одиночестве, там кто-то из гостей. Ну, ведь видишь, сегодня ты не в одиночестве, сегодня ты со школьником. Да. Какая разница с кем? Да. Главное, чтобы веселый был. Так, ну чё? Чё, всё, давайте, делайте там всё, делайте грязь. Алло, здорово. Опа, здорово. Здорово, чё? Здорово. Фредж. Чё? Когда новый, блядь, видос смешной? Майнкрафт и приколы, блядь. Видосов. А, так ну уже. Уже через уже? 5 лет, наверное. Уже через 5 лет, блять, я смотрел, орал, пиздец, как чмо. Обленился, да? Фредж лох. Да, зажрался. Кто это зашел, блять? А, понял, найс. Подписчик. Разрешаю ему какой-то. Просто ебло сломать в его доме, блять, в игре, естественно.
За то, что Фредж лох, вот он сейчас пришел, сказал, получается. А кто это пришел? А это фыф-фыф, я сливаю. А, ну все, пиздец. Да, можете ему грядки потоптать нахуй. Потопчем, потопчем. А вы тоже нацелены пшеницу выращивать? Я нацелен летать за вами и смотреть. Поэтому я желаю вам удачи. Спасибо, спасибо. Я полетел. Надеюсь, сейчас Вася зайдет на сервер, потому что пацан, блядь, без лицензии. Ух, блядь. Да. Так, ну короче, я вам всех показал стаки. Я, блядь, в ахуе буду. Нет, я считаю, что сегодняшний стрим будет прикольней провести не за игрой, а за просмотром того, что будет делать, переключаясь по комнатам. Я считаю, это будет круче. Полетами и просто подслушиванием это вообще имба. Я всех предупредил, всех майнкрафтеров о том, что говорить нельзя, что можно, блядь, бла-бла-бла. Все дела. Я хотел играть, да, но у нас, блядь, стаков вышло больше, чем надо. И майнкрафтеры такие, а, я тоже хочу, блядь. Они, знаете, методом почкования, блядь, такие отделились. Поэтому вот. Чё, ждём запуска, блядь?